Всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами Артур Триман, и сегодня продолжаем играть в Assassin's Creed 3. Лагает, блин. Короче, предыдущая часть была очень длинной, так что сегодня, я думаю, в этом видео будет не очень такое, блин. 53 минуты я записывал, сегодня, думаю, минут 20 запишу. То, что монтирование. Ах, это... лживый, похотливый и... сукин сын. Кажется, мы пришли вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть? Или выпить? А может, вам нужны комнаты? Мы уже сняли их. Ах, да. Помню. Господа Ли и Кенуэй, ваши вещи сейчас отнесут. Вам нужно что-нибудь еще? Пусть нам не мешают. Так, на чем я закончил? А, это видео будет не таким длинным, как предыдущий, я думаю, потому что мне неохота обрабатывать его. Долго регенится. Вот. У меня не очень мощный ПК из-за этого, что... Сраное обрабатывание. Сэр, Уильям Джонсон. Очень рад. Славный малый, но простодушный. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строение предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы, мои труды украдены. Без них я вам бесполезен. Мы их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски. Он умеет развязывать языки. Скажите, где его можно найти? И я поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Скорее всего, он там. Чарльз? Сэр? Нам пора. Конечно. Вот так вот, собственно. Так, ну мы выйдем из здания. Я думаю, что начнем сразу. Эй, можно было поговорить с ним, но вчера я не хочу уже туда идти. Ладно, я рассказал, это видео будет коротким. Да, мы, собственно, пришли куда надо, без своих сил. И 30 FPS, круто! Уже не 30, это плохо. Нельзя было каркать, блин! Томас Хики? А вы кто? Хейтем Кенуэй. И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз. Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы вам поможем. Больно мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Думаю, как с ними управиться. Я знаю как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Ладно, поехали. Are you ready? Приготовьтесь. Но дождитесь моего выстрела. Хорошо, хорошо. Давайте, я пистолет нужен дарить. Кстати, несмотря на то, что готовность, ну, то есть, здесь события игры происходят раньше, чем, точнее, позже, чем четвертой, но оружие здесь все равно выглядит, оружие здесь выглядит говнисто, я бы сказал. Это, вот, самое гладкое, если выражаюсь. Так вот.
И я не понимаю одного. Почему в четвертой части они выглядят лучше? Может, разрабы тупо не додумались? Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам. Хорошо, хорошо. Ну, а, да, вот так. Ну что за дело? Я не понимаю логики здесь, как оно взорвалось. Да и хрен с ним. Выходит, не очень-то тут безопасно. Ха-ха, правильно, правильно. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. Я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон, законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. Да. Мне даже не пришлось бить кого-то. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Они спросят, от кого? Нет, они знают. Я так и не понял, Эйка, от кого, фу ты, кому передать? Ну, ассасина, наверное. Выпить охота. Так, ну... Все, поехали. Эй, господа, у нас гости. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Швали! Блин, вот многие развалили геймплей Assassin's Creed 3, то что бои здесь выглядят круто. Да, они выглядят круто, но, к сожалению, есть много багов в анимации боя. И это плохо. Давайте попробуем. Да. Пока мы справляемся, но надолго ли? Ну как? Вот это было смачно и круто. Так, значит. Так, убить 10 человек и не потеряйте больше половины здоровья. А где их отмечено здоровье? Я чуть не вижу. А, вот. Значит, нужно их спасти. И чтобы они не потеряли половины больше здоровья. Хорошо, справимся. Это легкое задание.
Давайте, только на меня, только на меня. Нет! Помогите мне! Сильный! Уже иду! Так. Вот черт! Все, 10 из 10, и они не должны потерять здоровье. Черт, я убил козу! Ну или ламу, или что это? Еще не знаю даже. Че, давайте, ребят. Да, вот сейчас был баг, он не смог до конца довести свою хрень. Блин, я убил его козу! Если так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Полная синхронизация, чуваки. Это круто. Держите. Благодарю, мастер Кеннуэй. А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев? Похоже на изделие Ганьягаха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Томас! Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся. Ха. Ванну примите. Приму я твою ванну. Так. Полная, 100%, 170% синхронизация. Смотрим прогресс. Так. Еще 3 миссии надо пройти, кажется. Так. Бабли каких мало. А сам только одноглазого душит эту. Добрый вечер. Мило. Ну, Чарльз, не так уж он плох. Эй, Кэтрин, толстуха, вернись сюда. Мне надо выпить. Да. Как ваши поиски? Одних карт и расчетов мало. А местные жители? Сначала мы должны завоевать их доверие. Пожалуй, я знаю, как этого добиться. Тот один малый обращает индейцев в рабство, если их освободить. Знаете, где они? Боюсь, нет. Но Чёрч знает. Он посредник в таких делах. И он в вашем списке. А я-то ломал голову, кому обращаться. Браво! Блин, вот мне не нравится, вот, блин, какая у него улыбка злобная, вообще хочет убить, кажется, хочется, наверное, кого-нибудь. Так, с ними что ли я могу поговорить? Поговорить? Нет, что-то, наверное, не могу поговорить. Ладно. Поговорить! Кэтрин, толстуха, иди сюда. Мне надо выпить. Хотел бы я поиграть вот в их на игры, но сейчас как-то не до игры. Нет, до игр-то до игр, но не до этих мини-игр, сан, я не. Ой, блин. Знаете, ради чего я прохожу эту игру? Точнее, играю в нее. Из-за дополнительных миссий.
Они крутые. Открывай! Прелестно. Просто выпиливаешь дверь и все. Чарльз. Сэр. Как некрасиво, усатик. Кажется, не только мы ищем мистера Чорча. Черт, и где он может быть? Что нам делать? Снимать трусы и бей. Идем. Я покажу, как. Как? Как же это? Чему тебя учили? Самые крепкие и бесшовные бочки в Америке? Не надо совать нос не в свое дело. Благими намерениями. Если бы вы только видели. Они, несомненно, были пьяны. Причем среди бела дня. Сейчас в субботу. Школа сильно нуждается в ремонте. Нужно спрятаться. И поскорей. Давай, давай. Ну, недолго ждать-то, а этого. Ладно, мужики. Поговорим о бабах. Из него выйдет что-то путное, если продолжать в том же духе. Какой позор! Родители Бенджамина были бы в ужасе. Возможно, стоит послать за ним кого-нибудь, пока он не опозорился на весь город. Они ушли на северо-восток. Наверняка в поисках какого-нибудь кабака. Сперва расспросите этих людей, а я поднимусь повыше. Что вы задумали? Да тут просто размять ноги охота. Бля. Знаете, меня вот что удивляет в этом персонаже? То, что он лазить по деревням не может, хотя и он и батя делает это лучше его. Не, ну вы видите, я не могу забраться на никуда, блин. Здрасте, Не тамплиер, стража. Подраться не хотите? Нет, я вот сейчас драться не хочу. Мне это пока что нельзя делать. Ну, я имею в виду то, что я не хочу это делать. А так, нельзя делать, потому что я летсплей снимаю сегодня. А так, в любое время... Хардкор. Цей, вот... Что вам больше нравится? Assassin's Creed Revelation HD или вот эта... Вот эта вот великолепнейшая игра? По мне так это... Liberation полное говно. Не, ну в принципе это как... Знаете почему я ее считаю говно? Потому что это абсолютная копия вот этой вот. Абсолютная копия. Время только подслушивать. Изменен персонаж. Знаешь, что сталось с Бенджамином? Девушки? Блин. Куда она пропала? Это я знаю, куда она пропала, на текстуру упала. Они лгут. Ага. Но что делать? Угрожать бестолку, не упрашивать же. От слов толку мало. Арестовать одного, да в колодке. Языки развяжутся. И не только у него. По всему городу тут же начнут орать, как их власти притесняют. Только этого нам и не хватало. Тогда проще махнуть рукой. Жертва мертва, а те, кто знает, в чем дело,
Они молчат. Раз они покрывают убийц, пусть сами все и расхлебывают. У этого парня слева рука в текстуре. Это очень отчетливо видно. А я тебе сейчас тоже еще кое-что оторву, кроме башки. А где, где кровь? Плевать! А, кстати, это же Assassin's Creed 1. Время подслушивать, красть и убивать сведения силой. Тихое местечко, чтобы обделать дельца. Когда резчик берется за работу, крик стоит до небес. Кстати, пожалуй, завтра мясо лучше не покупать. Это точно. Из него мясо сделать, если я не смогу это сделать. То есть спасти его. Вот уроды. Из человека мясо сделать. Вот увидишь, так он с тобой разберется. Ну, человек создан из мяса, конечно, а не из пластилина, но из него жрать. Жрать и мясо человека. Фу, блин. Так они отмахнулись. А что вообще говорю? Все, мол, в полном порядке. Странно. Они не сказали, в чем дело. Нет. Пустяки, дескать. И он скоро вернется домой. Но я видел кровь. Боюсь, это не такой пустяк, как они хотели показать. Куда они его увели? В вершине холма. Может, в форте есть врач? Ладно, поехали. Он спятил. Видите? Мы скоро отыщем Чорча, как я и говорил. Скажите, где вы всему этому научились? Видите ли, это все часть моего воспитания. Воспоминания отцом. Воспитание, а не воспоминания. Отцом. Наверное. Я не знаю. Я Assassin's Creed 4 еще не прошел, но... У них полно часовых. Уже давно есть спойлеры о том, что вот этого вот гражданина показывают маленьким в конце. В опере, когда он сидел с отцом. Что было в предыдущей части по прохождению, как вы, наверное, знаете. Ну, не... Оставайтесь незамеченным. Вот это вот самая сложная часть игры. Я думаю, орлиное зрение мне поможет или нет. Хрен знает. Заперто. Мне нужен ключ. Ждите здесь. Пожалуйста, я хочу с первого раза это сделать. Вот. Или там. Хрен его знает, у кого ключ. Пожалуйста, мне нужно с первого раза это сделать. Или нет? А, мне нужно тупо остаться незамеченным. Что, собственно, я стараюсь делать? Да, все, возвращаемся. Быстрее, быстрее, пока меня никто не увидел. Да! Вот так, да. Все. Неужели непременно нужно все усложнять, Бенджамин? Выплатите мое вознаграждение, и я все прощу. Ни за что, мне не нужна защита. Раз мы здесь, защита вам, без сомнения, нужна. Как грубо. Так,
Что же нам сделать с нашим гостем? Можно отрезать руки и прощай его карьера. Можно вырвать язык, чтобы не болтал попусту. А можно и яйца. Вечно про яйца. Усмирить его. Столько вариантов, так что же мне выбрать? Все разом. Эй, погодите. Возможно, я поторопился с отказом. Мне очень жаль, Бенджамин. Но шанс уже упущен. Сайлос, будьте практичны. А я практичен. Но вы не оценили мою щедрость. Учтите, дважды я в дураках не останусь. Боюсь, мне не по силам глядеть на такое варварство. Отыщешь меня потом, резчик. Вы пожалеете, Сайлос, слышите? Я отомщу! Нет. Сильно в этом сомневаюсь. Прорезал ноздрю. И смирно. Я прикинусь, с чего бы начать. Немножечко отсюда. Немножечко... Эй! Я здесь, негодяи! Эй, трусы! Я здесь! Все. Кто? Кто вы? Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я не понимаю. Зачем вы здесь? Пойдемте, мистер Чёрч, и я все объясню. Так, ну что, возвращаемся туда, где мы были всегда. Ну вот, еще пара монет в карман. Джонсон рассказал, в чем дело. Вам нужен как раз тот человек, который схватил меня. Его зовут Сайлос Тэтчер. Этот хлыщ работорговец? Не обманывайтесь его манерами. Он отъявленный мерзавец и садист. Что вы знаете о его людях? Их больше сотни. И половина красной мудиры. Это все из-за рабов? Нет. Он капитан королевской роты. Командует фортом Саутгейт. Нужно пробраться туда. Дайте подумать. А пока я займусь последним рекрутом. Это Джон Питкерн. Я вас провожу. Ну что ж, давайте уже спасем Джона Питкерна и все, давайте уже заканчивать, потому что я не хочу. Ну, долго рендерить видео, это... Я ж на фрапс записываю, мать Машу. Новая полежка в костер. Идите. Вать. Как вам это удалось? Шаму, вы забыли, сэр? Я подчиняюсь генералу Брэддеку. Когда не служу вам, конечно. Питкерн, вы дурак и предатель. Назовите причину, почему я не должен прикончить вас прямо сейчас. Вы собирались отчитываться? Или надеялись, что вас тут не заметят? Если позволите объяснить. Хо-хо! Да ради бога! Очень интересно послушать. Я не дезертир, сэр. Я здесь по приказу полковника Амхерста. Покажите письмо с его печатью. И, быть может, вас не повесят. У меня нет письма. Моя служба такова, сэр.
Что? Такие вещи не доверяют бумаге. Эй, там. Генерал Брэддок. Вероятно, я зря удивляюсь. Волки часто охотятся стаей. Мистер Питкерн отлучится лишь на пару недель и вернется в полк, когда мы покончим с нашими делами. Явно весьма темными. Мало того, что мне буквально приказали отпустить Чарльза, но о нем речи не было. Я его не отдам. Эдвард, послушайте. Мы закончили. Проводите их. Ну скоро уже геймплей-то. Этого я не ожидал. Ведь я когда-то звал его братом. Что теперь? Если мы вернемся, нас прогонят. Нам тут делать нечего. И им, к счастью, тоже. Идемте. Что вы задумали? Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Типа. Увидите. Где? Так, не превышать лимит времени опознания. Спускайся на землю! Черт возьми! Прекрасно, меня заметили и миссия провалена. Это... Что вы задумали? Охренительно. Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь, когда я подам знак, отвлеките солдат Брэддока и заманите их в тупик. Holy shit, да как же так-то? Он у меня на вушке. Надо было убить их сразу. Надо было их пристрелить. Выкрасть Питкерна. Что? Увидите. Теперь. Не, ну вы видели, а? Чё тут за бред? Да, я успел. Куда же теперь? Может, в Мальборо? Нет, там довольны жизнью. Дома богатые, забот мало. А Линн-стрит и Шип-стрит? Да, у иммигрантов всегда много проблем. Они скорее схватятся за возможность набить кошелек, чтобы прокормить детей. Ну что, здесь? Fucking shit! Прекрасно, блин. И дайте угадаю, все сначала. Что вы задумали? А, щит. Что? Увидите. Теперь. Когда я подам знак, отвлеките солдат Брэддока и заманите их в тупик. Ненавижу эту миссию. Вот всегда удается пройти не с первого раза. Так, убрать экшн-камеру сразу. Куда же теперь? Может, в Мальборо? Нет. Там довольны жизнью. Дома богатые, забот мало. А Линн-стрит и Шип-стрит? Да. У иммигрантов всегда много проблем. Приветствую вас, люди добрые!
А ведь я когда-то звал его братом. Брат, блин, называется. Брат тамплиер, да еще и... О, черт возьми, я... Сказал спойлер. Спойлеры! Некоторые дети даже не понимают значения данного слова. Так, все, дошли до того места, где я закончил сессию, блин. Давай! Че, говно кинет прямо в тело. Так, мы идем, круто мы идем, мы крутые чуваки. Эй! Что за... Вы все воры и негодяи! Вот как это тут говно оказалось под рукой? Я не понял. За ним! Фу, дебиль. Оставь его, Эдвард. А, опять ты. Отпусти нас. И Джона Питкерна тоже. Я не дам оспаривать мой авторитет. И я. Авторитет? Скандалы их всех. То есть, вот этот чувак поступил правильно. Он предал братство. Фак! Нет! А? Черт, одно, блин, да полная синхронизация, нет! За что мне? Да блин, зачем я? Надо было действовать, прежде чем всякой хренью заниматься, блин. Я даже не вижу, где я. Черт возьми, не дайте подкрепление. Черт. Ладно, хрен с ним. Я же не для этого. Ты был моим братом когда-то, и я не подниму на тебя руки. Но если мы встретимся снова, тогда пеняй на себя. Вы свободны. Предатель! Ну, ступай! Ищи с ними миражи! Надеюсь, ты вспомнишь меня! Надеюсь, вы неспроста учинили этот бедлам. Чего вы хотите от меня? Я все объясню по дороге. В вонючей яме. Это разговор между миражами ассасинов и тамплиеров. Если кто-то не знает. Ну что ж, последний... Сейчас разговор будет, последнее видео и... За что? Так, вначале надо дойти до этого всея хрени. А, нет, стоп, вроде здесь не разговор, а миссия. Так что давайте дойдем до туда и закончим. С вами был Арти Триман. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Простите, я хотел спросить вас о Брэддоке. Вы явно хорошо его знали. Когда-то Эдвард был одним из нас. И я считал его близким другом. Он был храбр и смел, как редко кто бывает. Но все изменилось после Берген-об-Зома. Французы захватили крепость. Нам пришлось эвакуироваться. В порту был спрятан ялик, на котором мы должны были бежать. У пристани какой-то юноша стал умолять спасти его семью. Я согласился. Но Эдвард отказал.
Юноша назвал его трусом. И Эдвард убил их всех. Даже детей. Я и теперь не знаю. Впервые он убивал так. Или я просто не замечал раньше. Так или иначе, все изменилось. Мы еще воевали бок о бок, но всякий новый поход был страшнее предыдущего. Он убивал много. Врагов, союзников, солдат и простых людей, виновных, невиновных. Неважно. Он убивал всех, кого считал помехой. Повторял, что жестокость всегда эффективнее прочих средств. Этот его девиз разбил мне сердце. То есть наш герой был... Он хорошо это прячет. И запугивает тех, перед кем обнаруживает себя. Те, кто упорствует, обычно долго не живут. Его надо остановить. Да, вы правы. Но я лелею глупую надежду, что он может еще одуматься. Я знаю. Глупо верить, что тот, у кого руки по локоть в крови, может измениться. Зря я об этом заговорил. Простите, не хотел вас огорчить. Здорово. Мы теперь братья. Между нами не место секретам. Здорово. Давайте с ним поговорим. Есть новости? Так, слухи. Ничего конкретного. Я знаю, вы же ищете что-нибудь необычное. Храмы всякие, духи да прочая древняя пакость. Но пока мои парни ничего не накопали. Никаких безделушек на вашем черном рынке. Ничего. Кое-какое скверное оружие да награбленные побрякушки. Вы ж просили, чтоб светилось там, жужжало или еще что. Так вот, ничего такого нет. Не сдавайтесь. Ага. Вы мне оказали услугу, мистер. А я всегда плачу свои долги. Желательно втрое. Спасибо, Томас. Кров да кусок хлеба. Уже спасибо. Не волнуйтесь, я все устрою. Ну, поговорили. Сейчас с этим говорить. Но я не буду это делать, наверное. Хотя давайте не поговорим. Пойму я этого дела с Сайлосом. Чтобы отразить французов, Британия должна союзничать с индейцами, а не порабощать их. Сайлосу нужно только золото. И ему плевать, что это вредит короне. Пока у него будут покупатели, он будет добывать товар. Тем больше причин его остановить. Я довольно много общаюсь с местными. Пытаюсь убедить их, что только нам можно доверять. Что французы их используют, а потом бросят на произвол судьбы. Учитывая действия Сайлоса, полагаю, вам не очень верят. Я пытался объяснить, что он не из наших. Но он носит мундир, командует фортом. Они верно думают, что я лжец или глупец. Или оба сразу. Не унывайте. Подарим им его голову, и они вам поверят. Так, ну... Смотри, тут еще много, на самом деле, да? Прекрасно. Ну что ж, наверное, пора прощаться. С вами был Арти Триман. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. И увидимся в следующей части игры видеопрохождения Assassin's Creed 3. Пока, ребята.